Боюсь остановиться и потерять время, боюсь упустить момент и потерять этот поток. Вы бойтесь, сидите и бойтесь. Получается, что ваша жизнь – это страх. Вы все время сидите и что-то боитесь. Ну, бойтесь, значит, вам нравится бояться. Если вам нравилось, когда вам понравится не бояться, вы перестанете бояться. А сейчас вам нравится бояться, что-то упустить, все контролировать. Ну, вы контролируете. Значит, жизнь, скорее всего, даст вам какой-нибудь другой урок, когда вы поймете, что вы ничего не контролировали, и бояться бесполезно. Вот, что я могу сказать? Ну, бойтесь. Вот, нравится – бойтесь. Так вот я боюсь, меня между рядами тут это подзажали машинки, а ну разошлись, пупсики, Викна и прочая хрень. Да. Так, сейчас, ребята, куда-то перестроюсь. Это местечко, конечно, такое. Машина тоже тут стоит на дороге. Вот, а вообще бояться, это такой, знаете, странный механизм. Мне кажется, это такой рычаг. Это тормоз. Это наш тормоз. Вот страх. Мне очень нравится это выражение. Глаза боятся, руки делают. Вот это вот надо идти в эпицентр своего страха. Там как раз оно и есть.